Ой, смешно, я не могу. Я уже снимаю же дорогу, пейзажи снимаю. Мы тут песни поем, красивые такие песни поем. Красиво. Вот такие беседочки, тут люди отдыхают. Ух ты! Плыви, бабушка, я сниму, как ты плывешь. Вы видите, как я плыву? Плыву, да, к своей мечте. А какая мечта может быть у человека на новогодние праздники? Может, там летающая тарелка, а? НЛО? Очень красиво, да? Девочки, вот мы не заметили, но 50 километров мы уже с песнями проехали, ну, да? Да. Нам песня строить и жить помогает. По дому гуляет казак молодой. Ты же меня подманула, ты же меня подвела. Ух ты, на улице что-то проясняется, плюс 10 градусов, и прямо кажется, что солнышко пытается вылезти. Я смотрю, небо проясняется, вот это здорово, если солнышко вылезет, плюс 10 градусов, это вообще замечательно. Ветерок, правда, дует, но все равно классно. Я смотрю, местами небо где-то уже посветлело, местами еще какие-то тучи. А мы сегодня собираемся на выход, на выезд. Девочки. Сегодня дочка нас вывозит отдохнуть. В общем, такое заведение, там бассейн теплый. И сауна, и что-то там, в общем, еще. И мы едем все, вот родня, кто был у нее, праздновали, где Новый год мы с ней, у нее, и кто, все гости, кто были, в общем, мы туда едем. Вот, за мной заедут, заберут. Я уже собрала сегодня. Я утром рано проснулась, думаю, ой, аж сумку надо собрать. И, в общем, я туда уже поскладывала все, что нужно мне взять с собой. И потом дальше легла и еще поспала. В общем, проснулась сейчас не это, на голове не знаю что. Ободочек, по-моему, неплохо смотрится, да? Вот, в общем-то, осталось мне немножко еще ждать. И за мной заедут, заберут и отвезут меня отдыхать. Вот так вот хорошо, когда на вывоз вывозят бабушку на отдых. Вот, я сейчас позавтракаю. Ну, там тоже какой-то кафе есть, там тоже какой-то будет перекус. В общем, я там ни разу не была, и сын ни разу не был. Не знаю, кто там был, но, наверное, может быть, и никто не был. В общем, короче говоря, едем отдыхать. Самое главное, просто, чтобы мы вместе были, чтобы было весело. Я надеюсь, что будет весело. Это самое главное, чтобы было весело. Там бассейн, это не столь важно. Просто побыть в компании, немножечко как-то развеяться, размяться. И хорошо, если погодка нам сегодня тоже так, солнышко хоть чуть-чуть хотя бы посветит, порадует нас. Оно сразу поднимается настроение, сразу классное настроение. Сегодня вроде бы не должно быть осадков. Вот, я еще позавтракаю сейчас. И, кстати говоря, почитала комментарии. Вот я сейчас хотела сказать, и я сейчас жду соседку попить кофе. Кто-то в комментариях написал, что про соседку в предыдущем видео, что я о ней там 3 раза сказала. Девочки, я снимала 3 раза видео, то есть 3 дня я снимала то видео. И понятное дело, что если каждое утро я жду соседку, ну, посчитать, математика неплохая. 3 раза я рассказала про соседку, что я жду ее, да. Вот, она для меня вообще как член семьи моей, вот здесь. Поэтому почему бы мне... А потом вообще, мне кажется, я сама знаю, что мне надо снимать и что мне надо говорить. А, вот эта подписчица, которая мне написала, что вы бы лучше вообще ничего не снимали. А, вот мне интересно знать, кто такого же мнения. Хотя, может быть, и найдутся такие такого же мнения, но я знаю, что мне вот буквально, вот у меня же через день выходит видео, а я его задержала на день. Мне уже сразу же пишут, как только оно не вышло в срок у меня видео, мне уже сразу пишут, где вы пропали, что с вами случилось. Понимаете, люди переживают, люди ждут моих видео. Поэтому у меня получается, люди разделяются на тех, кто ждет видео, где я снимаю все подряд, всю свою жизнь, проснулась, ничего не делаю, значит, я все равно снимаю свое ничего не делание, понимаете? А кто-то ждет каких-то, может быть, осмысленных видео. Ну, осмысленные видео, видите, у меня сейчас каникулы, как и у всех. Поэтому у меня вот что происходит, то я и снимаю. Ничего не происходит. Вот я снимаю, что я говорю, что у меня ничего не происходит. Вот, поэтому, если вам не интересно, ну, не смотрите. А есть люди, которые ждут
И все им интересно, просто меня хотят увидеть. Вы ж подумайте не только о себе, но и о других людях. Так что вот так. Вот, все, девочки, я сейчас уже раскачиваюсь, просыпаюсь, глазки это, спички сейчас вставляю. Да не, я шучу, я просто шучу. Спички не вставляю, все нормально, бодренько уже. Самое главное, сумка собрана. Я, в принципе, мне только в штаны прыгнуть, надеть блузку, пальто, и я готова на выход уже. Сейчас я еще перекушу, позавтракаю, и чтобы уже не голодной выезжать. Это мы куда-то едем, 73 километра, это от моего дома, я посмотрела уже там по карте. Но это за городом, это Таганрогский залив, в общем, туда едем куда-то. Ну, за город тоже какое-то путешествие. Главное, чтобы дорога была нормальная. Всем привет! Все, мы уже из дома вышли, уже сели в машину и отправляемся в путешествие, в увлекательное путешествие. Куда не знаем, но интересно. Хоть какое-то приключение за последние дни, да? Там будет точно аквапарк, я буду там Как я сегодня утром сказала, что я буду в этом бассейне порхать как бабочка. Ну, там теплый бассейн, я так поняла. Ну, посмотрим, да. Посмотрим. Он только не закрытый, а открытый, мне так папа сказал. Да, там теплая вода. Да, я тоже уже фотки посмотрела в интернете. Ну, посмотрим. Надеюсь, понравится. Она сама одевалась. Человек. Синий видел, как утки одевалась в штанах. Не уходи. Постой, просто побудь со мной. А вот и мы. Ты готов? Я готов. К труду и обороне. К чему не готов? Готовы. Red Bull окрыляю. Я тоже готова. Сейчас ждем остальных. Я пересела в другую машину, пересела к дочке. Hello. Так, да. Тут, в общем, бабушки, все бабушки. Все бабушки Дэни. Дэни баба-мобиль. Дэни, вон, Дэни тоже. Да. Да. Баба-мобиль. Все. Это еще не все. К сыну тоже кое-кто сел. Так, на голове у меня черти что. Ну, не обращайте на это внимания. Кое-кто. Толпа тоже села. Я вот такая. Внучка говорит, что ты, бабушка, такую яркую помаду накрасила? А я говорю, я же вроде как купаться собираюсь, а это помада проявляющая. В общем, я ее потом, она сотрется и будет как будто все время накрашена. Да, буду я снимать дорогу местами и буду снимать с музыкой, поэтому... А мы тут свою музыку сейчас включим, да. Ну, я вам чуть-чуть дорогу поснимаю. Что-то опять пасмурно стало, в общем, солнце нас не балует. Блин, да тепло на улице, вот это мне кажется. Ну, тепло. И нету дождя. Да, тепло, и нету дождя, и то, что без осадков, хорошо. Ветер вроде как, ну, такой, не сильный, такой слабенький. Вот, и что еще я хотела сказать? Заправиться надо. Заправиться надо. А, Виталик уже заправился. Он молодец. Прямо, 1.5 километра. Да, так что... В общем, короче говоря, что-то поснимаю по дороге, хоть посмотрим. Я сама туда ни разу не ездила. Хоть разнообразишь влог. Это где-то, да, Таганрогский залив. 16 километров от Таганрога. От нас дальше ехать. От Таганрога 16 километров. Да, я по карте посмотрела. В общем, так, нужно расстегнуться чуть-чуть. Красоту такую. Ну, настрой боевой, да? У всех боевой настрой. Да, у меня колено скрипит еще, я не знаю, как я буду ходить. Я хромаю прям, я старый солдат. Что-то у меня такое. Ну, все. Но столько бабушек, я не переживаю. Да, да. Сейчас мы включим веселую музыку. И, в общем, будем зажигать тут в машине. Вперед с песней, без страха и сомнения, ну, да. Музыку не обещаю, у меня там проводочки отходят. Опять у меня проводочки. Да надо их залепить нормально, потому что оно там... Что ж ты не залепила-то? Ну, не было времени. Придется самим тут что-нибудь сейчас изображать. Сейчас мы сделаем залепуху. Да. Кстати, я купила билеты в Беларусь. Проводочка. Хорошо, об этом позже расскажешь. Температура? Че он говорит, у меня может температура? Да, что-то там с температурой. Я заболел? Не, он, наверное, температуру дороги меряет, да? Смотри, у нас все растаяло, значит, температура у нас высокая. А когда у нас снег, значит, у нас какая температура?
Так, по-моему, мы уже проезжаем Чалтырь, да? Где-то тут Чалтырь. Ну, я смотрю, вот там дома. Походу, это Чалтырь есть. Я, кстати, здесь ни разу в этом краю не была. Вот там дальше дома есть. Видно, частные дома. И это такой вот, как деревня, типа городок, да? Я в Чалтырь не была, я проезжала. Ну, я так понимаю, что это как деревня, городок. Вон, видно там дома. Вышли мы, девочки, на заправке, зайти в магазин, кому в туалет, кому куда. Я вам хочу сказать, тепло, такой свежий воздух, просто нереально классный. Дороги, дороги, кто эту песню знает? Домой. Но мы пока не домой едем. И домой будем петь уже в обратный путь, когда песня про обратный путь тоже. Обратный путь. Есть да. Все что угодно. У меня на все случаи. Если с другом вышел путь, если с другом вышел путь, веселей дорога. Без друзей меня чуть-чуть, без друзей меня чуть-чуть, а с друзьями много. Что мне снег, что мне зной, что мне дождик проливной, когда мои друзья со мной. Что мне снег, что мне зной, что мне дождик проливной, когда мои друзья со мной. Ля-л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 я. Ля-ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля-ля-ля. Молодцы, молодцы, девочки. Пионеры. Если у меня отойдет провод, я не буду грустить. Да, да, мы тебя развеселим. А зимы и растут у нас. Мы уже выбрались на финишную прямую. Осталось нам уже недалеко. 11 минут. 11 минут? Ну, вот тут меньше 2 километров, по-моему, осталось. Нам только прямо 3,5 километра, потом еще повернуть. Ну, в общем, как бы мы уже с трассы свернули вот сюда, куда-то. Ну, какая дорожка? Давай. Да. Вот какая-то тут речушечка такая. Или это пруд? Пруд. Да, пруд. Все серое, только озимые вот зеленые. Ну, что, попрыгаем? Хоть что-то на полях зелененькое есть. Мы еще прыгали. Мы ехали с Егоркой. О, что-то растет. Там совсем там сделали. Ой, родные просторы. Видно что-то издалека. Родная. Много в ней лесов, полей и рек. Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек. Молодцы, молодцы. Это, может, в садике их что-то учили какой-то? Нет, это взрослая песня. Что-то смотрит, наверное, где-то что-то какой-то канал. Привет. Решила снять дорожку, да? Да, просто последние 2 километра я читала в интернете, что там супердорога. Вот, это не дорога, это да, вот мы как раз до ней доехали, это мне просто интересно, что тут, да. Ну, она просто из щебенки больше, да, какая-то размытая. Ямки вот эти. Ой, ну только асфальт. Дорога сошла вместе со следом. Теперь прямо. Теперь не 2 километра было, 100 метров. Ну ладно. Через какой-то поселок едем. Но мы уже подъезжаем, осталось нам чуть-чуть уже. Это совсем приморка. Совсем рядом, да, приморка какая-то. Какая-то приморка. Море, значит. Да. Приморка. Да вот море, смотрите на навигатор. Во всяком случае, это не море, при бассейне точно. Таганрогский залив. Но он как море выглядит. Ой, ну впадает в море, значит море. Ну да, почти что море. Почти что море. Море, значит, море. Ну, нам так хотелось бы, чтобы это море было.
Мы едем на море. Еще лучше бы Средиземное, конечно. Ну, какое есть. Свое родное. Да. Отечественное, да? Море, море. Ух ты, ух ты. Вау. А что там, лед, что ли? Похоже. Над тобой встают, как зори, нашей юности, надежды. Похоже, что там замороженное все, но горизонта не видно. Значит, это как бы море, да? Давай стекло опустим. Пусти. Смотрите, девочки. Да, мы проезжаем, все остановились. Че? Да, я смотрю. Смотрите. А, ты тоже хочешь смотреть? Я увеличиваю вам. Денька тоже. На море. Мы проезжаем, и вдруг мы видим вот такую красоту. Смотри, это же сверху лед. Сверху, да? Ну, похоже, что это лед сверху. Девочки, лед с фонтаном. Очень красиво. Короче, мы едем туда, мы сейчас будем купаться, и вид будет у нас на море. Купаться в теплом бассейне с видом Таганрог, на море. Ну, Таганрогский залив, это уже, можно сказать, Азовское море. Все, едем дальше. Так, дорога у нас дальше не супер тоже. Ну, ничего, доберемся. Я понимаю, но некоторые иногда... Что-то местечко выбросило. Ну, хоть ты убей меня. Я уже так и я. Загали, всегда говорю, ну, как загали. Ой, класс. На море снимаю. Да, я буду смотреть на море. Мне как-то... Не, ну здесь просто сейчас шатает машину, поэтому все прыгать будет. Не очень. Ну ладно, мы уже туда приедем и там поснимаем. Ну видно, тут берег какой-то. Да, прикольно. Небо жалко серое. Было бы голубое небо, вообще было бы красота. Красивое. Зато камыши, вот они. Есть камыши. Ой, какой домик проезжаем, маленький какой, малюхонький. Все, едем дальше. По такой вот дорожке поедем. Уже чуть-чуть осталось. И все теплей. Пусть я впадаю, пусть в сентиментальность и грусть. Воле моей супротив, эти глаза напротив. Мне знаешь, ой, смешно, я не могу. Я уже снимаю дорогу, пейзажи снимаю. Мы тут песни поем, красивые такие песни поем. Советских времен, да. А я снимаю убитую дорогу и рассмеялась. Девочки, уже парковочка. О, уже подъезжаем. Давайте я Бодзинского еще раз спою. Начинайте. Эти глаза напротив калейдоскопа огней. Эти глаза напротив ярче и все светлей. Эти глаза напротив новоцвета. Эти глаза напротив, что это, что это? Пусть я впадаю, пусть в сентиментальность и грусть, воле моей супротив, эти глаза напротив. Вот и свела судьба, вот и свела судьба, вот и свела судьба нас. Только не подведи, только не подведи, только не отведи глаз. Вот мы приехали, а тут... Молодцы, девочки! Да, тут на самом деле хорошая песня, морская. Наши нас ждут уже, да. Ну, сейчас припаркуемся, выходим. Вот мы приехали. Парк семейного отдыха. Морская станция. Станция морская называется. И вот там уже за заборчиком, там какие-то, я смотрю, для детей всякие эти... игровые, развлекательные, там качели или что-то. И там дальше видно уже морской, этот залив Таганрогский. А вот тут станция морская. Это железнодорожная станция, я так понимаю. Ой, а тут наши дети. Вот как раз грязюку. Да вы что? О, сейчас грязные будут. Вот такой вот парк. О, какой парк? Так, парк семейного отдыха. О, тут травка зелененькая, ничего себе. Я вижу впереди, там виднеется заливчик.
Вообще залив, я смотрю, он так прям похож на море, что я бы сказала, что это... В принципе, это и есть Азовское море, только, да? Только замерзшее. Только замерзшее. Но это Таганрогский залив, это как Азовское море, в общем. Такая площадка. О, свежий воздух, тишина. Ветра сильного никакого нету. Костром пахнет. Кто-то пахнет костром, да. Может, на костре кто-то и что-нибудь делает, шашлык-машлык. Так, мы толпой пока продолжаем движение по парку. Я смотрю, елочка тут наряженная с игрушками. Что это? Резиденция Деда Мороза. Ух ты! Ух ты! Во! Вот сюда. Интересно. Ой, а детям раздолье, вот веселье. Особенно вот этим. О, третий побежал. Ой, как классно побегать. Ой, хорошо, что сегодня такая погода. Нет осадков никаких. Хорошая погода, нормальная. Прямо как раз в тему попала. На наш день отдыха попала хорошая погода. Я смотрю, люди там на воздухе что-то стоят, закусывают. Наверное, они шашлыки там делают, скорее всего. Может быть. А может быть. И нет. Так, куда дальше? Ну, как нас смотреть? Решили выйти все-таки на набережную, или как тут это все называется, и посмотреть, поснимать море, Азовское море, Таганрогский залив. Смотрите, какие тут. Какие-то штучки. Ух ты, здорово. Ух ты, здорово. Красиво. Вот такие беседочки тут. Люди отдыхают. Ух ты. Вот это пейзаж. Ой, какая красота. Смотрите. Горизонта не видно. А я говорю, если горизонта не видно, значит, это уже море. Все. Классно. Приблизим, посмотрим вблизи. Сверху лед, но он, видимо, тонкий лед. Здорово. Здорово. Так, все оккупировали коляску эту и фотографируются. Молодцы. Пока мы тут походили, пофоткались, уже подзамерзнуть чуть-чуть успели. Ну, сейчас. Хорошая территория такая, ухоженная, классная. Сейчас мы уже заходим. Ветер дует уже. Вот мы приближаемся. Тут какие-то вот такие вот шатры я вижу. Что там за шатры? Что там внутри? Посмотрим сейчас. Зашли мы в зону, где здесь на лавочках люди отдыхают. Кто-то раздетый совсем, кто-то в халате. Раздевалка, я смотрю, тут общая, шкафчики и вот такие вот кабинки, где можно переодеться, одеть купальник. А раздевалка, она общая, мужская, женская. Есть зеркало, есть тут фены висят. Потом здесь есть какой-то буфет, люди сидят, вот отдыхают. Не знаю, свое едят или из дома взяли, или купили. Так, ну над бассейном туман, такой вот бассейн, люди купаются, получают удовольствие. Пар над бассейном, в бассейне 34 градуса. Так, бабушка Надя пошла, молодец. И вот он наш пейзаж на Таганрогский залив. Ну, конечно, жалко, что небо хмурое и вроде как даже похоже на туман. Но, как бы там ни было, вот мы идем. Мама, чё ли пошло? Ой, водичка тёпленькая. Как хрен по молочку. У меня лапа. Ой, как классно. Юху. Класс. Так, ну что, взяла я сюда телефон и снимаю. В общем, невероятно теплая водичка, такая классная, что из нее вылазить не хочется. И люди снимают и сидят в воде. Кайфово. А там
Там какие-то чаны стоят. Там температура 40 градусов, там повыше. Повыше температура, и люди там, не знаю, греются, кто замерз или что. Еще надо будет зайти вот в закрытое там, что-то закрытое. Где-то там травяные какие-то из разных трав стенки или что, типа сауна или что это такое, не знаю. Но надо будет проверить, посмотреть, что это там такое. Так. Из воды, когда выходишь, конечно, прохладно, да, это так. Ну, лучше не выходить или выходите сразу. Сразу нужно будет закутываться в полотенце и заходить в помещение. Ну, из воды лучше, честно, из бассейна не выходить. А сейчас мы посмотрим на Таганрогский залив. Да, конечно, здесь прикольно. Сейчас прикольно от того, что это зима, и мы зимой как раз можем позволить себе посидеть в водичке в тепленькой и посмотреть на замороженный Таганрогский залив. Если посмотреть, то тут лужи видно, замороженные лужи. Хотя температура плюсовая, почему замороженная, не знаю. Да уж, классно, классно. Стоит такое облако стоит над бассейном. Народу довольно много, ну потому что праздники, люди отдыхают, сейчас у людей выходные. И люди приехали вот наслаждаться, получать удовольствие, отдыхать здесь с семьями. Классно. Ну-ка, бабушки-веселушки, ну-ка скажите, как вам тут, как вам нравится, бабушка Оля? Мы лягушки, бабки-веселушки. Вообще, конечно, ребята, это что-то изумительное. После новогодних сытых праздников, когда сидишь и лежишь на диване, наелся, напился, уже ничего не хочется. И вдруг вот тут такое удовольствие. Во-первых, ты на улице, во-вторых, тебе тепло, в-третьих, ты купаешься. Три в одном, или я уже запуталась. Очень много в одном удовольствия. Всем рекомендую. Ну, давайте, до встречи в новом году. Да, мне тоже вообще кайфово. Если не вылазить из воды, тогда прям супер здорово. А вот если вылезти, тогда не супер здорово. Посмотрим, пойдем посмотрим. Так. Пойдем посмотрим. Пойдем или поплывем? Надя, пойдем. Вообще надо посмотреть. Ну да. Плыви, бабушка, я сниму, как ты плывешь. Вы видите, как я плыву? Вы да. Тут в своей мечте. А какая мечта может быть у человека на новогодние праздники? Только прыгнуть в чан с горячей водой. Кипятком и омолодиться из сказки «Конек-горбунок». Помните? Прыгнул в чан с молоком. Да. И выпрыгнул молоком. Слушай, ну издалека... Я не сварился. Издалека не видно, как там люди сидят. Я смотрю, там шапочка. Вот это, походу, сауна, наверное, да? Да, она... О, это, по-моему, тут еще один чан. Да, тут что-то есть. Вообще надо бы на разведку сгонять. Сейчас мы поля поскочим. На разведку. Да? Поля поскакали. Это у нас. Сейчас посмотрим. Вам так, бабушка Оля пошла на разведку посмотреть, что за чаны и что за вот это помещение, в котором что-то там интересное, баня какая-то травяная, наверное. По машинам ручкой. Как там вода? Горячий? Классно там? Единственное неудобство то, что здесь две лесенки в бассейн. И если... Чтобы по этим камням босиком не ходить, нужно тогда, я не знаю, тапочки свои либо в зубах нести, либо что. Я оставила свои тапочки вон там. Поэтому сейчас я иду просто по каменному полу. О, Настюха! В общем, девочки, я прошла вдоль бассейна, влезла в свои тапки, накинула халат. Вообще температура воздуха, чтобы знали, там, ну, плюс 10 градусов у нас сегодня. Вода, конечно, теплая, вылазить не хочется. Но если вылезли, то надо уже тогда быстрее, я не знаю, заходить в помещение. В помещении вот здесь в шатре 21 градус. Здесь температура... Так, бабушка наша отсюда вылезла. Банный дворик. Я хочу сюда зайти. Вот такой тут банный дворик. Так, я иду сюда на разведку. Мне хочется узнать, что здесь в этом банном
дворике. Так, здесь в шатре, ну, как-то, в общем, тоже прохладно. И вот это, видимо, баньки, вот эти такие камеры. Раз, два. И тут еще что-то есть. Так, мне хочется узнать, что тут хорошего. А, это сюда вход как раз вот с того, где мы там раздевались и заходили. Вот отсюда вход. Если можно зайти, можно также вот попариться и потом выйти. Так, ну что, давайте зайдем сюда. Я смотрю, тут венички лежат, дубовые. Кто хочет, зайдем посмотрим, что тут. Ой, ух ты, здесь жарковато, нормально, уголечки. Люди отдыхают, людей снимать не будем. Здесь вот такое вот есть стекло прикольное. Вот на улице мороз, а здесь классно. Жарковато, сауна, так тут нормальная температурка, интересно какая. Но я тут долго не продержусь, пойду в бассейн опять к своим. Все, девочки, я в сауне долго не продержалась, у меня моментально серьги стали обжигать. Я, в общем-то, вышла. Но я не люблю, честно говоря, в сауне долго находиться, это не мое. Сауна, это не мое. Хотя, конечно, если замерзнуть, то можно и погреться там, почему бы и нет. Так, смотрю, детки мои пришли. Вот они, мои хорошие. Ой, детям радость. Детям удовольствие. Да, конечно, давай. Давай. Тут цветочки есть. Вот, кстати, вот эта штука, здесь очень тепло под ней стоит. Такой большой теплый вентилятор. И вот такая вот зона отдыха. И, в общем, кто-то из наших купается. Мы уже решили взять в буфете, там хот-доги есть, что-то там еще есть. Ну, я хочу чая горячего, и хот-дог я тоже съем. Вот, и посижу здесь, потому что я, честно говоря, уже накупалась, наплавалась. Вот. Ну, здесь температура 21, и я бы сказала, что если бы здесь было 25 хотя бы, да, было бы лучше. Немножко не хватает мне тут температуры. Мне интересно, здесь оказывается дерево настоящее, прям вот из земли растет. Да, настоящее дерево. Прикольно. Сколько тут градусов? 21 или 22? Там листочки желтенькие. А вот эти цветочки искусственные. Ну, смотрятся неплохо такие вот. Так, народ купается. Мне кажется, народу стало еще больше. Но мы решили перекусить. Мы проголодались. Прохладненько. А я уже, девочки, накупалась, наплавалась. И решила уже одеться. Буду ждать я, пока наши, кто еще не накупался, накупаются. Я уже, честно, уже из воды вышла, мне больше не хочется буду залазить. Так, на голове у меня, конечно, сейчас половину мокрые волосы. В общем, черти что на голове. Высушить смогу, но уложить не смогу. Короче, они у меня будут не в порядке. О, какие цветочки. Красивые, красивые. Так, я смотрю, тут какие-то фены. И какой-то у меня на голове и бардак. У меня там еще волосы влажные, надо их чуть-чуть подсушить. Ой, тепленько. Тепленько. Так, ну я смотрю, время такое, что уже начинает потихонечку смеркаться уже на улице, темнеть. Мы уже с дочей накупались, Дэнни тоже уже хватит. Остальные решили еще пойти окунуться. Народу не убывает, в бассейне я вижу голов много, голов, поголовно. Вот, я решила сходить посмотреть, какой тут туалет вообще. Что тут еще? Туалет, душ. А, здесь еще душ есть, я думала, нету его. Хорошо. Так. А, вот здесь я смотрю душевые. Вот они, душевые. А я оделась по-быстрому, уже не стала искать душевые. Но если бы знала, где они находятся, может быть, я и ополоснулась бы. Но уже дома теперь, что делать?
Так, с этой стороны, наверное, туалет. Да, я смотрю. Мужской, женский. Посмотрим, как он тут. Полики только протерли. Чистенько, аккуратненько. Так. Ну, так вроде бы нормально, ничего, сойдет. Музыка здесь такая, чуть-чуть такая играет, успокаивающая. Расслабляющая музыка играет. Ну, в общем-то, в принципе, неплохо. Но мне только бассейн больше всего понравился. Меню слабоватое в кафешке. Так, ну что, еще пока не стемнело, я решила еще выйти и еще раз снять. Только я уже оделась, мне уже не холодно. Правда, на босую ногу, потому что в ботинках тут нельзя. Вот интересно. О, кстати, интересно. А что, если тут спуститься вниз по лесенке? Смогу? Что тут лесенка мне? Я, девочки, в пальто и в шлепанцах. Ну, тут, наверное, когда лето, тепло, здесь хорошо, песочек такой. Здесь можно, наверное, вот и загорать прекрасно. Песочек влажный, но хороший такой. Мне интересно посмотреть. Ну да, далеко здесь не пройдешь, конечно, сильно не увидишь. Но очень прямо интересная картина. Интересная картина. Да, здесь спуска нету. Не перелазить, за ограждение написано. Спуска нету, но все равно все это рядом. И я думаю, что здесь, конечно, красивый пейзаж летом. Здорово. Так, ну что, пошли обратно. И вот так вот это выглядит отсюда со стороны. Народ вот там развлекается. И вот эти шатры, где мы сидим в шатре. Так, надо возвращаться назад. Так, наши бабушки как лебеди плывут. Вот видите, сколько народу еще в бассейне. И в тазиках, в чанах тоже. Все. Да, а Виталик с Наташей, они пошли чуть-чуть попариться, тоже скоро вылазят. Скоро домой же, уже смеркается. Красота, красота. Так, ладно, пошла я внутрь. Лесенка тут хорошенькая. Вот такой пейзажик красивый. Иди, целуемся. Давайте. Все. Наша машина отчаливает. Следующая машина выйдет следом. Пока. Давай. Руку жми, мужик. Такой на камеру. Что там зацепилось? Блин, а вон там красиво еще зеркало глядит. Фонари горят. Да. Сердце, ну пойдем в сердце. Ну пойдем. Вот мы вышли оттуда. Сейчас посмотрим еще раз окрестности. Пока еще не совсем стемнело. Еще раз посмотрим на Таганрогский залив. Тут сердце какое-то есть. Что, Денечка, пойдем сейчас, пойдем, зайчик. Ой, красота наша. Ой, так это сидушка тут. Для любимых, конечно. Иди ко мне, моя солнышко, любимая. Садитесь с мамой. Мы такие два сердечки. Мы же любим друг друга, да? Видно, что два человечка сидят? Да, вот все так. Отлично видно. Так. И вот так вот еще возьми. Ручкой вот так возьми. Да, картина Репина. Приплыли. Да. Ну все, теперь ты иди. А мама теперь одна в сердечке сейчас запозирует. Аккуратно. Ты тоже фотографируешь, да, Дынечка? Да. Давай, мама, давай. Сломать сердечко хочет. Сними, что он делает.
Дыня тоже у нас, да, он тоже снимает. Нет, здесь, короче, полный рост, ребят, нет. Здесь вот можно вот так. Да? Да. Балансировать это надо. Да, если вот так вот убрать низ, кажется, что ты прям на фоне моря, да? Этого, да. На фоне неба даже, можно сказать. Почти. Ну, опасный трюк я сейчас делаю, ребят. Смотри, смотри, аккуратно. Ну и вот напоследок вот. Так, наши вот подтянулись, девчата, идем. Да, хороший тут парк такой. Вот мне кажется, если сюда приехать летом, наверное, было бы классно, здорово отдохнуть. На свежем воздухе, в тишине, ни машин, ничего. Классно. И с детьми погулять, им там даже есть где покататься на качелях. Хорошее местечко, далековато, конечно, что оно от Ростова далеко находится. И дорога сюда вот уже по этому поселку, здесь какой-то поселок. Дорога, конечно, здесь убитая. Надо дорогу, чтобы здесь сделали. А там впереди висели. О, я смотрю, там накрыт стол. Там стоит мангал. Шашлык делают. Музычку включили. О, люди веселятся здесь на воздухе. Здорово. Я хочу шофер, чтоб тебе повезло. Не смотри, не страшный нам дождь, не дождь, не снег, не дождь, не слякоть. И косогор, чтобы не пришлось любимой плакать, кричи за баранку, держись, шофер. Дорога такая, как раз я эту песню вспомнила. Да, у нас на каждое слово. Давайте, кто-нибудь говорит слово, а мы песню вспоминаем. Давайте. Давайте. Кто первый? Елка. Елка. Кто знает песню на елку? Девчата, елочка, елочка. В лесу родилась елочка. Маленькой елочки холодно. Елочка, елочка, наряд аромат. Каждая иголочка. О, еще одну я спела. Давай. Дорожную песню. Давай. Голубой вагон бежит, качается. Дорожную. Это мне надо будет петь, когда девочки. А я плохую песенку про елочку вспомнила. Как? От сосны, оторви, оторви иголочку. Ну, от сосны оторви. А, иголочку. И что в иголочке пошлого? От сосны. У нее тоже иголочка. Оторви иголочку. Давайте про снежинку, знаю кто. Одна снежинка, еще не снег, еще не снег. Одна снежинка, еще не лед. Может, ты на снег, где лучше всех. Только Эрин-то сразу не поймешь. Одна снежинка, еще не снег, еще не снег. Одна дождинка, еще не лед. А про дождь? Дождь. Ой, какая-то песня старая-старая. Буду по крышам бегать, кувыркаться. Во, дорога пошла хорошая. Сотни причуд. Это тут не особо дождь. Хочешь, я стану дождиком, лягу. Вот прям про дождь конкретно. Застучу, как горошина и поплавание. Кто-то у нас там поет, Каймета или кто-нибудь там, Маймета. Она? Про дождь. Ну, про дождь, да. Дождь. Дождик был. Дождь. Зачем? Ну, про дождь. Ну, ну это да. Что-то на голову не идет. На голову. Или в голову. А про снег? Снег кружится, летает, летает. Не поземкает. Не знаешь, сколько звонят, а потом мне здесь. Не бери, не знаешь. Заметает зима, заметает. Все, что было до тебя. Ну, давайте про любовь. Ай, про любовь. А вот, а еще, а, про любовь. Любовь. Любовь похожая на сон. Любви кристальный перезвон. Твое волшебное люблю. Тебе тоже звонят, да? Повторю, любовь похожая. Каждое слово про любовь. Сердец хрустальный
перезабыл. Ладно, это серьезная песня. Так, следующую тогда? Да. Что ты хотела? А что там у меня? Повеселее чуть-чуть. Я про любовь сказала. Снег я хотела. А мы про снег. Снег кружится, летает, летает. А снег уже пили? А снег идет, а снег идет, и все вокруг и поет. Шифни на стекло. Хочу сказать тебе. Главный человек, скорее взгляни на этот снег. А Дэня нам этот подпевает, да? Вот опять дорога пошла. 20 минут 17:22 у меня. 20 минут будем считать выехать, да? Через 300 метров поверните направо. Часа 3 мы. Все, что вспомнили, да? Ну, про снег еще. Давайте за словом. Продолжаем про снег или что? Белые. Мы 70 километров будем петь? Нет. Давай, про белые. Про белые. Есть что? Есть. Белые розы, белые розы, беззащитные шипы. Что с вами сделал снег и морозы? А вот это еще песня про белые. Мы выбираем нас, выбираем. Как это часто не совпадает, я за тобою следую тенью. Черное и белое, я привыкаю. Прямо 4 километра. Я привыкаю, я тебе рада. Ты не узнаешь, ну и не надо. Часто простое кажется сложным. Все, что случилось вместе. Вам разные куплеты, да? Народное творчество. Да помню. Часто простое кажется вздорным, черное белым, белое черным. Вот это мы вот сошлись. Да. Слушай, я смотрю, у меня на камере небо синее-синее, да? Да, красиво. А на самом деле на улице темно, и небо уже вообще не видно какое оно, серое какое-то. Кто тебе звонит с конца? О, впереди нас ждет темнота, ни фонарик. Все, фонарик. Так много фонарей, что смотрите. Смотрите, как небо там светится, ничего себе. Дэник разговаривает по телефону. Вот это да. Это же не солнце, это как будто фонари какие-то, да, в снегу? Да, это там этот самый. А это, подожди, а это не наши? А между прочим... Не арена это, случайно, наша? Нет. Если говорить на арене, если тогда на роге есть, может, там летающая тарелка, а? НЛО? Очень красиво, да? Алло, да. Ты меня слышишь? Там, наверное, знаешь что? Там, наверное, светит свет от каких-то прожекторов и отображается в облаках. Ну, оно прям как-то светит. Да. Это они? Да. Все, вокруг темно. Да, все-таки какое-то необыкновенное явление. Это прожекторы какие-то. Они прям вот, я же говорю, на арену. А может быть там пожар какой-то? Нет, это завод может быть какой-нибудь. Уже нет. А, ну там, где есть повороты, там вот правая полоса вот эта белая, и там прям видно светоотражатель, прям как сверкают, как будто кажется лампочки там, да? Mm-hmm. Вот сверкают, интересно. Вот слева. Я смотрю, они сверкают там, где повороты, да? На поворот. Видно, наверное? Ну, вроде да. Они на поворотах сверкают. Вот слева. Слева видно, да? А я вот справа сейчас смотрю, вот и вот. Ага. Сверкалочки такие вот. О, как лампочки вроде, да? Встроенные. Красиво. В общем, вот так вот. Вот так вот. Ой, справа и слева сверкают. Ой, прямо красиво. Как гирлянды, да? Красиво. Ну да. Нам бы всем на дно, там бы пить вино. Там под океаном, трезвым или пьяным, не видно все равно. Эй, моряк, ты слишком долго плавал, я тебя успела позабыть. Мне теперь морской по нраву дьявол, хочу его любить. Я так любила это. А я с детства эту песню помню, представляете? Обожаю.
обожала просто этого героя. Ну да, ну мне тоже. А тогда не было нормальных фильмов, очень мало было таких красивых, каких-то необычных. А это, считай, фантастика, вообще, да? Фантастика. И он такой прямо этот красавчик. С жабрами. Да. И жалко да, его. Куренью. Я даже никого не помню там больше актеров, кроме него. Вертинская. Вертинская красавица, ну, Анастасия, да. Казаков Михаил. Казаков, Куренев. Хоть он плохую отрицательную роль играл, но тоже красавчик, да. А вот остальных я не помню, честно. Там был же какой-то журналист, доктор. Этот. А, ну да, и остальные. Ну не самые как бы такие известные. Человек-амфибия, да? Человек-амфибия, да. Они снимали. А какого года фильм? 60-х, да, году? Да, я даже не знаю. 60-х годов, наверное. Может, все-таки попозже. Я его с детства помню, этот фильм. О, тут уже мерцает по-другому, дискотека. Да? Дискотека. Там красным, а здесь белым мерцает. А почему разница такая? В чем? В чем? Разнообразие, Маш. Да? Мерцать одним и тем. Разные варианты. Сейчас спустимся. О, я смотрю, впереди какой-то красочный мост виднеется. Прям такой весь в фонарях. Ух ты какой. Так, сейчас вот этот поселок, наверное, вот он поселок, да. Свято приближается, свято приближается, свято приближается, свято приближается. А ты знаешь украинский песню? О, а София Ротару, что там она у нас пела? Червона руту не шукай вечорами, ти в мене єдина, тільки ти повіз. Вот моя вода, моя быстрая, червону руту не шукай вечорами, ти в мене єдина, тільки ти повіз. Бо твоя врода, твоя чистая вода, твоя быстрая вода, сіліки. А, ти признайся мені. Мені звідки в тебе тіча, я без тебе всі дні у полоні печалі. Може десь у лісах вечір зілля шукала, сонце руту знайшла. И меня чаровала. Да, и потом припев. Вот такая у меня семья певучая. Да. А по-цыгански? А по-цыгански? А что по-цыгански? Нане цоха, нане га. Мы кинем ангею дат. Сердеджава палоро. Ми кинел вам диело. Дай, да-да-да-да. Табар, а табар, подпевайте. Давай, а мы на грузинском. Давай, на грузинском. Давай, девочки. Сакварли саплав ведзепти. Батор. Вернахеда гарбуліко. Гула москвіні лівчироді. Сада харчемо суліко. Я твою могилу искал, но ее найти нелегко. Долго я томился и страдал, где же ты, моя Сулико? Два голоса прям. А это какие песня, талантливые люди у нас в машине едут вообще. Семья у нас талантливая. Семья. Но... Все поют вообще, молодцы. Мы притянули, мы-то браво, с любимым притянули друг друга на вот этом вот. На вокальном. Да, он читает, я пою, говорю, давай песню вместе сделаем. Вот теперь поем, Маша. Вот теперь понятно, почему, да? Да. Да, молодцы. Так, давай, а у нас язык какой, мам, еще мы знаем? На чем ты там пела еще? Нагила хава, нагила хава, нагила. Эй, эй, эй! И все, больше не знаю. А сплясать? Это, девочки, ну не в машине же. Ручками. Девочки, а греческое помните вот это там? Сиртаки. Сиртаки. Спеть? Кто помнит? Я не знаю. Сиртаки. Я не помню. Там песни нет, там только музыка. Музыку напеть. Тарам. Та-дам. Да ты сейчас совсем одну и ту же. Та-дам. А потом, не, оно ж там туда. Туда-туда. Ну, кто туда и спит? А, мы с тобой еще. Давай на болгарском. На болгарском. Hello, Sofia.
добрася ой надо, да искат мир, да искат мир. Да, вот такая озвучка у нас получается. Обалдеть. Да. Над речной волной говорили мы о любви с тобой. Опустел. А какая это? Я сажусь в машину, еду к морю за тобой. Без тебя мне трудно, трудно и безлюдно. А вот я слова не помню этой песни. Потом пойду, я люблю дорогу, на виноградную. Скорость и шум мотора, все то, что хоть немного жизни сближает. Помните? Я слова не помню этой песни. А что-то у него еще было более популярно. Если любовь не сбудется, ты поступай, как хочется. И никому об этом пусть не выдавай. Новая встреча лучшие средства от одиночества. Но и о том, что было, помни, не забывай. Мечта сбывается и не сбывается. Любовь приходит к нам, порой не так. Но все хорошее не забывается. Но все хорошее и есть мечта. Девочки, вот мы не заметили, но 50 километров мы уже с песнями проехали, ну, да? Да. Песня строить и жить помогает. Она как друг и зовет, и ведет. И тот, кто с песней по жизни шагает, тот никогда и нигде не пропадет. Это наш девиз. Да. А что ты говоришь про бабу? Очень хорошая. Помните, колеса диктуют вагонные. Где срочно увидится нам. Твои номера телефонные разбросаны по городам. Заботится сердце, сердце волнуется. Почтовый пакуется груз. Мой адрес не дом и не улица. Мой адрес Советский Союз. Мой адрес не дом и не улица. Мой адрес Советский Союз. Девочки, вы бы слышали, какое у меня здесь стерео просто. Я реально, у меня сзади, значит, сзади, слева, справа, мама сбоку. Прям такое. Тебя раздражает? Круто, нет, круто, стерео. Звук такой, полный. Так в унисон поем еще. Саунд. Да. Dolby Surround. Dolby Surround у меня. А про вам слышишь время гудит. Бам! А в просторах твоих. Бам! Большая страна покоряется нам. Ты что, памяти хватит, слышишь? Свет, ты должна это услышать. Какую? К нам вертолет спускается с небес. Это чудо-снит. О, у тебя много песен, запиши мне, блин, на телефон. Я принесла тебе, но я в тайгу все дальше. У тебя там просто уже концерт, блин. А да, не говори. А ты не хочешь писать мне строчки, хотя я так прошу. На, мой телефон. А напиши мне письмо. Напиши мне письмо, хоть две строчки всего, чтобы я иногда прочитать мог его, чтобы спеть о любви, просто так для души. Напиши мне письмо, хоть одно напиши. Мы любим, скажи, зачем мы друг друга любим, считая дни, сжигая сердца любви. Все время мы ждем, как чудо одной, единственной ждем, как чудо, хотя должна, она должна сгореть без следа. Скажи, узнать мы могли откуда, узнать при встрече могли откуда, что ты моя, а я твоя, любовь и судьба. Там-да-да-дам. Та-да-дам-да-дам, та-да-дам-дам-там-да-да-дам,
Та-да-да. Скажи, сколько пришлось питаться среди дуанных миров. А мне, девочки, знаете, из этой песни нравится, из этого фильма. Буду я королевой, только дайте мне короля. Где своя мечтала быть первой, обо мне узнает земля. Буду я королевой. Ну, она не такая на слух. А Любовь Полищук, она какую там песню пела? Эту? А это устроено как, это другая, это Водевиль. Это Водевиль, Надя. А Любовь Полищук, какую там песню пела? В кафе они там сидели. Это там, где любимого нет. Нет, то не Полищук пела, но эту песню. Вот она, Надя, вспомнила, вот это я люблю песни. Вот она как поется. Сказочный мир, удивительный край, край тишины, там, где слышны голоса птичьих стай. И птички поют. Мир ста чудес, он в поэмах воспет. Он сияет, маня, там есть все для меня, но любимого нет. Мир без любимого, солнце без тепла, птица без крыла. Край без любимого, горы без вершин, песня без души. Ой, как я обожаю эту песню. Вот так, мы в Ростов вообще уже въезжаем. Ехали, да, уже, походу, в Ростов? Ну, но, так вот. Мне кажется, нет еще. Не, мне кажется, это уже не в Ростов. Это мы вот сейчас приедем уже домой. А куда это мы? Мы из Даватора, да, выезжали. Вот это мы уже какая-то приблизились. Ростов. Я люблю Ростов. Мне кажется, это где-то вот на Ростове. Да, сейчас будет кольцо, и там будет надпись. Да, до кольца доедем, там надпись будет. Сердечко мою Ялту. Я представляю, я мою мою Ялту. Я мою. Слушай, а вот тут мы, да, вот это выходили, ну, на этой заправке, да? Заправка это разве? Нет, у нас был Shell. Ну, Shell. Это не эта заправка. Мы ее, по-моему, не проехали. Ну, может быть. Ну, да, мы заправку. Называется на пассажок, да? Да. На пассажок. По Дону гуляет, по Дону гуляет, по Дону гуляет. Молодой по Дону гуляет казак молодой, о чем дева плачет, а там дева плачет, а там дева плачет над быстрой рекой, а там дева плачет над быстрой рекой. Все трезвые при том. О чем дева плачешь? О чем дева плачешь? О чем слезы льешь? О чем дева плачешь? О чем слезы льешь? Цыганка гадала, за ручку брала. Цыганка гадала, за ручку брала. А много там куплетов? Да она очень длинная. А чтоб мне не плакать? Ну да, там много-много куплетов. А чтоб мне не плакать? Ее можно петь очень долго. Нет, а не быть тебе девой, а женой казака. Да, да, там много куплетов. О чем дева плачешь? А потом она рассказывает. О чем слезы льешь? Да. Она говорит, цыганка гадала, мне не плакать. Так, а дальше что там? Цыганка гадала, цыганка гадала. То же самое, что ты казала в понеделок, так и это. Знаете такую песню, да? Застольные песни?
песни у нас покатили. Девчата хотят все трезвые. Сказала, понеділок, підем разом по барвінок, я прийшов, тебе нема. Підманула, підвела, ти ж мене підманула, ти ж мене підвела, ти ж мене молодого сумаразума свела. Ти казала, у вівторок поцілуєш разів сорок, я прийшов, тебе нема. Підманула, підвела, ти ж мене підманула, ти ж мене підвела, ти ж мене молодого сумаразума свела. Ти ж мене казала, у середу підемо разом по череду, я прийшов, тебе нема. Підманула, підвела, ти ж мене підманула, ти ж мене підвела, ти ж мене молодого сумаразума свела. Ти ж казала, у четвер підемо разом на концерт, я прийшов, тебе нема. Підманула, підвела, ти ж мене підманула, ти ж мене підвела, ти ж мене молодого сумаразума свела. Ти казала, у п'ятницю підемо разом на водицю, я прийшов, тебе нема. Підманула, підвела, ти ж мене підманула, ти ж мене підвела, ти ж мене молодого сумаразума свела. Ти казала, у суботу підем разом на роботу, не знаю. Я прийшов, тебе нема. Підманула, підвела, ти ж мене підманула, ти ж мене підвела, ти ж мене молодого сумаразума свела. Ти казала, у неділю підем разом на весілля, я прийшов, тебе нема. Підманула, підвела, ти ж мене підманула, ти ж мене підвела, ти ж мене молодого сумаразума свела. Лето, доброе лето, по всем приветам с тобой нашла любовь. Слышишь, парохом, перекличка где-то. Мы уже на Сельмаше, уже рядом. Мы уже все заказали. Ой, а как тут красиво, нарядный. Сейчас елочки проехали красивые. Возле завода управления я поздно включила камеру. Света вам рассказывает. Да. Смотри, смотри, как красиво. Мы сейчас будем проезжать Россельмаш. Россельмаш. Ну там заводоуправление, а это вот раньше была тут проходная. Сейчас не знаю, где сейчас проходная. Вот. Ну это с часами, с башенкой Россельмаш. Да. Все, мы уже. Осталось нам недалеко. А мы продолжаем песни петь. Девочки ехали, пока мы ехали. Одну остановку до моего дома не доехали буквально и пробили колесо и заехали на шиномонтажку. Вот. Ну, сейчас там уже колесо нам сделают и поедем дальше. У меня не прически, голова перевернутая. Девочки, хочу с вами попрощаться. У меня уже садится батарейка, при том, что глазки закрываются. Чтобы вы понимали, садится у нее батарейка. Да, это в теле. Глазки закрываются. И что-то да, я это. Даже свет падает. Да, вот. Хочу поздравить всех с Рождеством. Завтра уже, даже сегодня, можно сказать, Рождество уже наступило. Так что с Рождеством поздравляю. Я вас поздравляю. Вот, в принципе, все классно. Дорога была веселая, здоровская. Частично что-то я снимала, что-то дочка снимала. И там, где мы были, и в дороге. Поэтому я ссылочку на канал дочки оставлю внизу, если кто не знает. Хотя многие знают, переходите по ссылочке и увидите, можно сказать, еще одну часть нашего путешествия, отдыха и развлечения, так сказать, да? Да. Семейного. Добро пожаловать. Вон еще один, по-моему, да. Едет. Наткнулся, наверное. Да. Я с вами прощаюсь. Пока-пока. Все, и я с вами, девочки, тоже прощаюсь. На этом видео свое завершаю. И завтра уже будет другой день, и будет другое видео, будут другие темы сниматься. На этом с вами прощаюсь. Пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал, кто не подписан. И до новых встреч. Всем пока-пока!